Учения военных под Волгоградом продолжаются. В этот раз экипажи бомбардировщиков Су-24М отрабатывали уничтожение надводных целей, субмарин, кораблей и других морских судов в сложных условиях. Так как сегодня пошел сильный снег, это усложнило задачу летчикам, снизилась видимость мишеней. Таким образом, бомбы метали по заданным координатам. К слову сказать, экипажи показали высокий профессионализм, так как среднее отклонение попавших бомб составило 4 метра при допустимых 15. К учениям был привлечен весь инженерно-технический и летный состав, а также более 50 единиц авиационной и специальной техники. Ольга Фосс, Сабина Саблина, Волгоград-1.